Нынешней весной возобновился ремонт моста через Хаджибейский лиман. Правительство выделило 100 миллионов гривен. Этих денег должно хватить, чтобы закончить все работы по направлению к Одессе. В следующем году при наличии соответствующего финансирования подрядчик должен перейти на часть моста по направлению в столицу Украины. Мост через Хаджибейский лиман – один из самых затяжных дорожных долгостроев в стране. С 2008 года объект находился в стадии застывшего ремонта. И только в прошлом году были выделены и освоены первые за долгое время бюджетные деньги. В 2019 году в рабочий процесс также вносились коррективы. В частности, на месяц работы приостановились из-за нереста лиманной рыбы. Мы выполнили это устройство балок, устройство паль по правой стороне моста, но в том году нерест месяц у нас выпал из графика. В том году были небольшие проблемы у подрядчика, были небольшие проблемы у заказчика. В процессе выполнения работ определили, что возникла необходимость в дополнительных работах. То есть состояние моста за эти года только ухудшалось. Ежедневно на объекте работают не менее 30 дорожников. На данном этапе меняют опорные части пролетного строения и демонтируют элементы старого мостового перехода. Параллельно ведутся работы по обустройству подъездов к мосту со стороны Одессы. Планируется, что в этом году в правой части сооружения в сторону Одессы будет не только отремонтировано дорожное покрытие, но и оборудован тротуар, нанесена разметка, установлены освещение и дорожные знаки. В службе автодорог уверены, новый мост будет не только шире, но и прочнее. Я вам скажу, що при перевірці несної здатності паль, які влаштовані по правій стороні, розрахункове навантаження на кожну палю 250 тонн. Тобто ми розуміємо, що наші водії, перевізники дуже люблять і не раз попадалися, так сказати, на порушеннях вагового контролю. Через це було передбачено таке. Нормативом передбачена така кількість, такий тонаж. Еще одной преградой на пути к сдаче в эксплуатацию половины моста может стать нынешняя эпидемия. Из-за нестабильной работы предприятий поставщиков стройматериалов процесс ремонта может затянуться. Впрочем, пока материального дефицита нет. Расширение и восстановление моста продолжается. Виталий Хемик, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».